right side of me in the red corner from France. She is 29 years old. Her height 163. She is the French champion of MMA. Represents Southset Fight Team. Samantha Jean-Francois. At left side of me in the blue corner from Ukraine, Kaminske. She is 20 years old, her height 158. The junior MMA champion of the world, Svetlana Gotsi. Your referee, Vladimir Shimarov. Fighters from the center, shake your hands, пожали руки. Listen to my orders, внимательно слушай мою команду. Protect yourself all the time, все время со ним за защитой. Good luck, удачи, to your corner. Ну что, настало время женского ММА. Поединок за звание чемпионки мира. Светлана Гоцик немножко пониже на 5 сантиметров. 1,57 м у нее рост. 1,62 м у француженки, которая чуть больше года не выходила на бои. Но это не значит, что она забыла, как проводить поединки. Подскользнулась после хай-кика француженка и включает свои колотушки наша Светлана. Напоминаем, что это чемпионский бой и формула этого поединка 5 раундов по 5 минут. Весовая категория до 52 килограмм. Так называемый strawweight в ММА. Это чисто женский дивизион. Переводится как вес соломинки. Вот такие две соломинки сейчас выясняют отношения. Наша Света попыталась вырвать руку соперницы. Интересно отметить, что Светлана Гоцик, которая сейчас находится внизу в так называемом гарде, 5 своих последних боев завершила рычагом локтя. Она просто специалист по этому. Она ломает всем руки. Что делает сейчас и со француженкой? Вырвется ли Саманта? Очень близка к тому, чтобы снова победить рычагом. Но стойкая Саманта Жан-Франсуа. Очень интересная ситуация. Много сил, конечно, тратит украинка для того, чтобы провести этот прием. Главное, чтобы, если бой затянется, эти силы не закончились раньше времени. Продолжает ломать руку Светлана. Не отдает руку Светлана. Ну, мы помним, кто лучше всего в женском ММА проводит этот тут прием. Это, конечно же, Ронда Роузи. Помню, как она начинала свою карьеру в UFC. Буквально большинство своих поединков она заканчивала именно вот таким болевым на руку. Активно подсказывает сейчас девушкам тренера, что нужно делать. Наша Светлана сейчас находится в невыгодном положении, пытается просунуть руку Саманта Жан-Франсуа, чтобы провести удушающий. Опыта хватает у Светланы, которая начинала свою карьеру в 2014 году. Начинала именно вот такой победы, о которой мы уже говорили, с болевого на руку. Но мы видим, какая опытная француженка. Вытерпела, не отдала руку. Сейчас не очень хорошем положении находится украинка. Попадает в ключ.
Удушающий пытается провести француженка. Тут, конечно, нужно вспоминать, что нужно делать в таких ситуациях. Не отдает шею украинка. Подсказывает сейчас тут в гексагон-сайде, так скажем, зрители. Терпеть, терпеть, Светлана. Действительно, тут нужно немного потерпеть. Поединок, формула поединка очень длинная. 5 раундов по 5 минут. Это очень серьезная дистанция. Не каждый спортсмен готов физически провести такую дистанцию. 30 секунд, даже меньше, до конца первого раунда. Снова удушающий пытается сделать Жан-Франсуа. Очень непростой бой для украинки. Серьезная соперница, но как по-другому. Бой за звание чемпионки мира по версии WWFC. Последние секунды. Ну что, есть время отдохнуть у девчонок. Смакуем повторы. Отлично начинался этот раунд. Как ударница себя проявила Светлана. Да, очень многое будет зависеть, конечно, от выносливости в этом поединке. Вице-президент лиги WWFC Денис Перч тоже там подсказывал Светлане, что нужно делать. Ну и вторая пятиминутка. Пошла наша малютка вперед. Сама переводит все дело в партер. Хорошо дышит француженка. Вы знаете, обратил внимание, как она после первого раунда выглядит. Похоже, что в хорошей кондиции находится. И снова ловит руку француженки украинка. Снова попытка провести рычаг локтя, но неудачно. Да, конечно, видно по всему, физически очень сильна Саманта Жан-Франсуа. Саманта начинала свою карьеру в 2014 году, 1 марта. Ну, кстати, больше двух раундов она в октагоне или в гексагоне не задерживалась. Максимум 2 раунда. В последнем поединке она потерпела поражение удушением. Ну, а что касается нашей Светланы, то она тоже больше... А, нет, все-таки 3 раунда в начале карьеры проходила. Первое поражение в карьере она потерпела от Лены Овчинниковой. Одна из лучших бойцов ММА из Украины. Устала, устала украинка, по всему видно. Тайм. Рефери берет паузу. Что там случилось? Осмотрел рефери на предмет. Так,
рассечений не обнаружил. И снимает бал француженки за запрещенный удар коленом. Да, многие называют смешанное единоборство боями без правил, но это не так. Промахивается Саманта и теряет равновесие. Занимает удобную для себя позицию Света. Так называемый маунт. Доминирующая позиция сверху. Тут можно наносить удары. Можно попробовать провести какой-либо прием. Но мы знаем, зачем больше всего охотится украинка. Это, конечно же, за рукой. Я думаю, снова попытается провести болевой. Ну вот, выбирается из гарда Саманта, и теперь она сверху. Тут важно правильно проводить приемы, вязать, не давать наносить удары. Свалила! Свалила Света француженку. Удачно провела прием. Теперь она сверху. Ну что, не получилось с рукой. Попробуем с ногой. Такой, видимо, план у украинки. Но очень гибкая, пластичная Саманта Жан-Франсуа. Мы видим. Все ей нипочем. Терпит. И виду не подает, что ей больно. Раскрутилась украинка. Ну и поддержка. Включается поддержка. Дворец спорта. Наконец-то зрители поняли, что нужно поддерживать нашу девчонку. Очень непростой бой. Непонятно, что там на судейских записках. Наносит удары Светлана Гоцик. Еще и еще. Нужно продолжать. Есть еще время. Больше, чем полминуты. Очень недоволен тренер Саманты. Есть время. Не нужно останавливаться. Просит. Просто срывает голос, чтобы добивала Светлана француженку. Еще и еще. Удар за ударом. Терпит все Саманта Жан-Франсуа. Последние секунды, и гонг завершает этот раунд. Да, не было таких у нас эмоций в предыдущих боях. Что творят девчонки, а? Видим, насколько с переменным успехом проходил этот раунд. Но, конечно, концовка этого раунда была превосходной для украинки. Очень активно она себя вела. И с учетом снятого балла с Самантой, можно предположить, что пока что украинка лидирует по очкам. Но это лишь предположение. Впереди еще три раунда. Напоминаем, это чемпионский бой. На кону стоит пояс WWFC. Денис Перч проявляет свои эмоции. Это вице-президент этой организации. Ни за кого он еще так не переживал. Но у нас третий раунд. Напомню, что титульный спонсор турнира — база Bet. База ставок на спорт. Генеральный спонсор — сеть супермаркетов АТБ. Ну что, как поведет себя Саманта? Улыбается француженка. Но мне показалось, что после второго раунда она достаточно тяжело дышала, как и сейчас. Есть шанс, что устала эта девчонка.
А мы знаем, как сказывается усталость на рефлексах. Конечно, уступает в антропометрии наша Света Гоцик. И ей тяжело работать в стойке против Саманты. Поэтому снова она переводит все в партер гексагона. Да, многие, наверное, из вас привыкли слышать, как называют восьмиугольник, октагоном. Но у нас сегодня шестиугольник, так называемый гексагон. Отличительная особенность этого промоушена. WWFC, World Warriors Fighting Championship. Устала, устала француженка, по всему видно. Активничает наша Света. Снова пытается провести болевой на ногу. Рычаг ноги. С рукой несколько раз не удалось. Да, не всегда получается. Тут многое зависит от того, кто твой соперник, насколько она гибкая и пластичная, сколько может терпеть боль. Напомним, что это первый титульный бой в сегодняшнем вечере. У нас впереди еще несколько боев андеркарда. Ну и главный бой. Главный бой — это Украина против Америки. Сергей Спивак против Трэвиса Фултона. На кону будет стоять пояс чемпиона WWFC. Ну что, подустали девчонки. Подустала Света. И мы видим теперь Саманта зажала ее. Но зажав, никаких активных действий не проводит. Если так будет дальше проходить, то рефери имеет право поставить девчонок в стойку. Да, конечно, 5 раундов по 5 минут – это очень длинная дистанция. Напоминают нам, для тех, кто присоединился, кто есть кто. Украинка сейчас находится снизу в так называемом гарде. Защитная позиция в маунте. Сверху находится Саманта Жан-Франсуа, француженка. С переменным успехом проходит бой. В прошлом раунде очень хорошо себя проявила Света наша. Но в этом раунде начались проблемы. Подустала. Подустала Гоцик. В принципе, то же самое можно сказать и о француженке. Силы у нее тоже на исходе. И тут многое зависит от восстановления. Кто быстрее восстанавливается, кто быстрее ловит второе дыхание. Секунд до конца этого раунда. Нужно потерпеть Свете. Тяжело, конечно, будет выбраться из этого неудобного положения. Нужно потерпеть. Защита сейчас прежде всего. Последние секунды третьего раунда. Нужно дотерпеть и начинать все сначала в четвертом раунде. Хорошо ведь начинала этот раунд украинка, левой боковой по челюсти. Но отказалась почему-то она от этой идеи работать в стойке. Нет особого преимущества у Светланы в партере.
Напоминаем, что это весовая категория strawweight, вес соломинки. До 57 килограмм лимит этого дивизиона, и он является чисто женским. О, простите, до 52 килограмм, конечно же. Это весовой дивизион. Strawweight. Ну и снова стойки. Свои бойцовские качества сейчас демонстрирует украинка. С разворота попыталась провести удар Светлана. Но неправильно рассчитала дистанцию. Чувствует соперницу Саманта Жан-Франсуа. Хотя, конечно, по всему видно, что она устала. Реакция не очень. Нужно активнее в свете работать. Больше серийной работы. Выходить на свою удобную для себя дистанцию. Да, действительно, можно поработать в стойке. Тут лучше получается сейчас у Светланы. Француженка очень устала, практически не наносит удары. Собрала ручки наша Света. Да, очень утомительный бой. Можно понять, насколько тяжело сейчас девчонкам. Это, пожалуй, самый драматичный сегодня бой с переменным успехом. Сложно сказать, кто лидирует на судейских записках. Левый боковой еще и еще проходит от Светланы. Отлично. Проходит удары в стойке. Конечно, в ММА нужно быть бойцом-универсалом. Если ты хорошо борешься, но не очень хорошо работаешь в стойке, то шансов у тебя немного. Нужно уметь и то, и другое. И Светла демонстрирует отличные и борцовские качества, и как ударница. На скачке левый боковой. Но открыто Саманта. Не очень хорошо у нее сейчас с защитой. Потек нос уже у француженки. Но вот такие паузы, если делать, конечно, француженка набирается сил и восстанавливается. О, отлично, попадает Света, еще и еще нужно продолжать. Стоит Саманта, пытается отбиваться, лоу-кики, но какая затяжная серия от Светланы. Давай, Светик. Еще и еще нужно продолжать. Проходят удары, особенно левый боковой, коронка от украинки. На скачке еще. Очень активно, прекрасно сейчас себя демонстрирует Света. Уж очень она хочет стать чемпионкой мира. Свете всего лишь 20 лет. У нее за плечами уже 11 боев. Подустала Света, очень много сил потратила на предыдущие атаки. Сейчас очень опасная ситуация на самом деле. Единственное, что возможно, не хватит сил у француженки дожать. И рефери приостанавливает бой. И снова все начинается сначала. Обнадеживает нас состояние француженки. Она очень устала. Похоже, она в худших кондициях. Хуже подготовилась к этому поединку. Все-таки сказалась та пауза между выступлениями. Чуть больше года она не выступала. Ну и Светик наш устал. Да. Подзаснули девчонки.
И все же, я думаю, нас должна обнадеживать усталость в первую очередь француженки. Да, Света тоже устала, но, похоже, она быстрее восстанавливается. Да, ей нужны тоже паузы, набраться сил. Но она возвращается очень активно, проводя свои атаки. Ну а пока мы смакуем повторы, напомню, что титульный спонсор турнира «База Бет», база ставок на спорт. Ну а генеральный спонсор — сеть супермаркетов АТБ. Да, досталось тут Саманте. Украинка превосходно провела этот раунд. Мы видим, кто болеет тут в гексагонсайде. Денис Беринчик со своим тренером, со своими девушками. Много сегодня селебрити посетили этот турнир по смешанным единоборствам. Это и Жан Беленюк, наш серебряный призер Олимпийских игр. И наш боксер Макс Бурсак, который тут рядом находится, тоже смотрит на этот бой между девчонками и качает головой. Он просто не представлял себе, что могут девчонки такое творить. Отличная атака от Светы. Давай, Светик. Пояс очень близко. Если будет так продолжать, то, конечно же, он украсит ее талию. Француженка устала. Но какую стойкость она все-таки демонстрирует, напоминают нам, для тех, кто присоединился. Ну, я думаю, нам легко тут отличить украинку от француженки. Наша девчонка чуть пониже и не такая загорелая. Что, нужно что-нибудь придумать о Свете. Пока что она основную ставку делает на работу в стойке, и это правильно. В прошлом раунде все получалось, удары проходили. В то же время Саманта, похоже, очень устала и просто не может наносить атаки. При этом идет вперед, но без ударов. Пятый заключительный раунд этого утомительного поединка. Очень драматичного, с переменным успехом. Собралась Саманта, набрала сил. Слишком длинная пауза была от украинки, которая тоже, в принципе, отдыхала, набиралась энергии. Отлично, левый боковой, правый прямой по челюсти. Но не хватает все-таки мощи в ударах, чтобы свалить француженку. В то же время, конечно, она очень стойкая. Тейкдаун, свалила француженку украинка. Ну и что здесь? В более выгодной позиции находится Светлана. Развернулась и... можно попробовать провести удушающий. Меняет позицию раз за разом. Светла ловит на удушение. Можно, можно задушить француженку. Давай, Света. Изо всех сил нужно сейчас доводить этот прием до конца. Видим по выражению лица Саманты, ей очень тяжело. И бой остановлен. Ой-ой-ой. Вовремя, я надеюсь, рефери остановил
Чуть было не потеряла сознание Саманта Жан-Франсуа. И такая вот красочная, яркая победа от Светланы Гацик. Ну и вы слышите, как реагирует публика. Просто невероятный бой. This blood result announcement, I want to invite into the cage the Vice President of World WRC, Denis Pesh, the President of World WRC, Vladimir Tesla, and ladies and gentlemen, the former boxing champion of the world in the heavyweight division of WRC, the head of the city of Kiev, Vitaly. Ну и слышим, какие гости у нас в гексагоне. Сам мэр Киева Виталий Кличко выйдет поздравлять новую чемпионку мира по версии WWFT World Warrior Fighting Championship. Напоминаем, что пояс чемпионки мира стоял на кону этого боя. Эмоции от новой чемпионки мира Светланы Гоцик. Президент этой организации и Виталий Кличко. Что эти пять раундов девочки, которые присутствуют в зале. Давайте вот сейчас свои эмоции выразим Светлане. Скажите, это вообще возможно? Но все-таки несколько слов для всех болельщиков, для тех, кто смотрит сейчас тебя в онлайн-трансляции, для тех, кто смотрит сейчас тебя по телевидению. Спасибо моему тренеру Вячеславу за то, что он верил в меня. Хочу сказать спасибо своим родителям, спасибо им большое, а также спасибо моему будущему мужу Сашеньке. Спасибо большое. И еще хочу сказать спасибо организаторам, которые дали мне возможность подраться за этот бой. Спасибо. Светочка, ты была супер сегодня. И весь этот зал, все эти аплодисменты. Спасибо тебе за этот бой.